смотрите в пятницу, 11 февраля в 18:15 на телеканале «Саморегис» программу «О животных хочу домой». Вы увидите работу волонтеров на выставке собак и кошек, а также каким экзотическим животным ищут новый дом. Каким собакам в этот раз нужен новый дом и порядочные владельцы. Наши видеовизитки. И беседа в студии с волонтером Еленой Кузнецовой и руководителем одной из самарских клиник города Михаилом Уразовым. Говорим о глазных болезнях. Смотрите об этом в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самарагист» в пятницу 11 февраля в 18:15.